Приветствую вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. У нас сегодня очередной агрогороскоп на май месяц 2020 года, и он посвящен нарезке черенков и укоренению черенков. Не имеет значения, то ли это комнатные, то ли это растения, которые будут расти на улице, цветочные, декоративные. В любом случае, можно укоренять в мае месяце вот в такие периоды. Да, напоминаю, время московское. Итак, Дева, растущая луна. Дева – это замечательный период для укоренения черенков. Дни корня и в Деве это всегда получается очень хорошо. 2 мая начинается этот период после 9 часов, 3 мая – все 24 часа. Почему, кстати, будут в основе же вопросы, почему 4 мая мы не укореняем? Да потому что 4 мая с 5 часов 20 минут до 10 часов 08 минут – это как будто бы время в Деве, но это время для сна. То есть луна без курса находится. А луна без курса – это неэффективная луна. И укоренение, к сожалению, здесь почти нулевое. Пошли дальше. После 7 мая, когда будет полнолуние, выход идет луны после сожженного пути в знак Стрелец. И после Стрельца луна немножко будет отдыхать в Стрельце в конце при переходе в Козерог. И вот начинается 10 мая после 13 часов. Замечательное время для укоренения черенков. Далее 11 мая все 24 часа, 12 мая до 13 часов. Здесь снова луна без курса до конца дня, поэтому постарайтесь это сделать как можно раньше, в первой половине дня, чтобы хорошо укоренились череночки. Есть в этом месяце еще один период, я хочу сейчас на него обратить внимание. У меня был вопрос в социальных сетях по поводу тельца в мае месяце. Так вот, да, можно осадить картофель, можно корнеплодные, но смотрите, далее идет новолуние. И энергии практически нет для укоренения у растения, поэтому этот период мы пропускаем, и я его не включила, и не включаю, и не советую это делать. Зато до конца месяца есть еще одна у нас Дева, период Девы. Но здесь немножечко у нас срезанный период Девы. Почему? Смотрите, Дева, растущая луна, снова замечательное время для укоренения. 29 мая после 15 часов начинается этот период, а затем 31 мая с 0 часов до 11 часов. Далее будет луна без курса, поэтому снова же срезается время. Но срезается, смотрите, 30-го нету его. А почему? А потому что в это время, 30 числа, у нас идет снова же переход. Просили объяснять, объясняю. Переход луны из первой во вторую фазу. А при переходе, вот 7.30 плюс-минус 12 часов, вот и получается, что для этих дел, укоренения черенков, для любых дел с пассивными посадками, укоренением, лучше не использовать вот этот период. Плюс-минус 12 часов, и у нас получается, что 30 число выпадает. Но зато есть два таких хороших периода. Достаточно есть времени для того, чтобы нарезать черенки и укоренить черенки 29 мая после 15 часов и 31 мая до 11 часов утра. Ну что ж, желаем вам хорошего укоренения, 100% укоренения ваших любимых растений. Удачи вам! Крепкого здоровья и здоровья вашим растениям. До новых встреч в новых видео.